Жан, занято первое место в категории 44 килограмма. Ходите, я снимаю. Я снимаю. Награждается Ткаченко Мария за занятое первое место в категории до 52 килограмм. Награждается Ярошевская Лимара за занятое второе место в категории до 52 килограмм. Женщины. В категории женщины. Как ты изменилась? Награждается Ким Ирина за занятое первое место в категории женщины до 52 килограмм. Награждается Сница Анастасия за занятое первое место в категории женщины до 60 килограмм. Награждается Клемнюк Мария за занятое первое место в категории женщин до 60 Награждается Филатов Никита за занятое третье место в категории до 60 килограмм. Награждается Юлуков Андрей за занятое второе место в категории до 60 килограмм. Ребят, его нет, я соберу. И награждается Красавин Руслан за занятое первое место в категории до 60 килограмм. Награждается Бужимуратов Абдулхан за занятое третье место в категории 67,5 килограмм. Награждается Ким Валерий за занятое второе место в категории 67,5 килограмм. Награждается Ким Максим за занятое первое место в категории 67,5 килограмм.
Джаалиев Казбек за занятое третье место в категории до 75 килограммов. А сейчас будет весело. Награждается Дорохов Анатолий за занятое второе место в категории 75 килограмм. Награждается Абраменко Александр за занятое первое место в категории до 75 килограмм. Вот так я еще не награждал. Награждается Макаров Александр за занятое третье место в категории 82,5 килограмма. Награждается Булендин Булат за занятое второе место в категории 82,5 килограмма. Награждается Мышков Роман за занятое первое место в категории 82,5 килограмма. Награждается Семенов Николай за занятое третье место в категории до 90 килограммов. Награждается Никита Беда за занятое второе место в категории до 90 килограммов. Награждается Сефербеков Руслан за занятое первое место в категории до 90 килограммов. Награждается Хованцев Александр за занятое третье место в категории до 100 килограммов. Награждается Ольховский Максим за занятое второе место в категории до 100 килограммов. Награждается Михралиев Руслан за занятое первое место в категории до 100 килограммов. Награждается Юзефович Максим за занятое третье место в категории до 110 килограммов. Награждается Крамченников Александр за занятое второе место в категории до 110 килограммов. Награждается Бибиков Виталий за занятое первое место в категории до 110 килограммов. Награждается Ханбатыров Магдус Зумжан за занятое третье место в категории до 125 килограммов. Ханбатыров
Награждается Ломанник Алексей за занятое второе место в категории до 125 килограмм. Награждается Ещенко Игорь за занятое первое место в категории до 125 килограмм. Уважаемые гости, сейчас будут соревнования по армлифтингу.